Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очередное видео про изделия из микросфер. Для новых зрителей, кто не в теме, что это такое, чуть далее я скажу, поясню вам, что это такое за изделия из микросфер и каков принцип работы этой еще старой советской технологии. То есть поясню физику процесса. В двух словах, быстро, буквально и понятно. Сейчас я зачитаю вам некоторые новые письма, ведь их приходят нам сотни, даже тысячи. Ну, если посчитать более 10 видео, которые уже вышли, это сотни только видео, отзывов, ну и вот таких текстовых. Сейчас я зачитаю вам очень интересные комментарии вот таких же людей, как и вы, зрителей, которые купили эти изделия и которые захотели поделиться своими результатами. Вперемешку с этими текстовыми отзывами будут видео отзывы тех людей, которые пользуются этими изделиями и решили записать видео о своих результатах по здоровью. А под какими видео оставлены комментарии, вы увидите на своих экранах и сможете проверить, найти их там и даже написать человеку комментарий, если захотите. Итак, Наталья Костик. Дорогой Юрий Андреевич, купила подушку из микросфер. Голова и шея не болели за эти 2 месяца ни разу. И сплю гораздо лучше. Здоровья вам и благодарность за труд. Clear F. Спасибо, Юрий Андреевич, за ваш бесценный труд. Я планирую приобрести капсулу. Пользуемся микросферами всей семьей. У мужа прошла отечность ног. Он перенес 3 операции по удалению тромбов, которые помогали на время. И синюшность на ногах тоже уменьшается. У меня прошла болезненность в зубах после лечения, которая сохранялась более года. При любом дискомфорте в организме прикладываю микросферы. Они очень мягко работают. В начале пользования сильно чувствовала пульсацию, вибрации в проблемных местах. Сейчас, спустя 4 месяца использования, нет таких ярких ощущений, но уверена, что более глубокие процессы идут. Уважаемые зрители, сейчас вы увидите небольшой сюжет. Меня зовут Тамара Борисовна, мне 70 лет, из города Северодвинска. Более 2 лет я находилась на обезболивающих препаратах. У меня хронический болевой синдром, на позвоночнике протрузии, 3 компрессионных перелома, грыжа, вот, ну еще куча всего. Я в очередной раз выкупила препараты обезболивающие на 3 месяца, но их не использовала. Почему? Увидела рекламу ваших изделий, выслушав многочисленные отзывы о положительных результатах пользования ими, решила себе заказать. Ну и заказала маску для сна и универсальную повязку. Стала ими пользоваться. Очень они мне понравились. Вот, пользовалась практически постоянно. Спустя какое-то время у меня боль в позвоночнике немножко как бы успокоилась, поясница перестала, меньше стала болеть, улучшился сон. В результате этого я лето спокойно работала на даче с использованием ваших изделий. Спустя какое-то время я заказала еще себе жилет, шейный бандаж, ботиночки, универсальную повязку, ну еще несколько изделий. Ими постоянно пользуюсь. Ну и считаю, что они мне помогают. Что я излечила как бы? Была у меня шпора на ноге. Сильно она меня мучила. И стала пользоваться ботиночком и универсальной повязкой. Недели через 2 шпора перестала меня беспокоить. Бывает, что боли за грудиной, беспокойство, нервное напряжение, какая-то тяжесть, шум в ушах, головные боли. Надеваю шейный бандаж и повязку на голову. Через 30 минут, 1 час все вроде бы успокаивается. Ну и самое-то такое, что мне особенно понравилось. Я в этом году проходила в очередной раз обследование. Я состою в онкодиспансере на учете с 96 года. Делали УЗИ молочных желез. И у меня не оказалось на снимке множественное количество, как в прошлые годы, новообразований. Вот. А в этом году мне планировали на одном из них брать биопсию. Так что все чисто, и один из диагнозов у меня сняли. Это я хотела бы добавить. Дочка видит, что я пользуюсь вашими изделиями практически каждый день и получаю положительный результат, тоже решила воспользоваться этим. Нет-нет, да и выписывает себе ваши изделия. Вот. Своим знакомым я рекомендую. Сын у меня, нога была сломана, ботиночком тоже пользовался. Вот. Соседке подачи своей предложила, решила она подумать. Ну и благодарю вас за ваши прекрасные изделия. Считаю, что они очень нам полезны, что не надо травить нам желудок всякими препаратами, а больше толку будет от ваших изделий.
Ну а теперь для новых зрителей, кто не в теме, кто не смотрел мои более 10 уже видео из этой рубрики, кстати, ссылку на этот плейлист, вот в котором расположены более 10 видео про изделия из микросфер, я оставлю вам под этим видео, под номером 2. Сверху, то есть первой ссылкой будет «Как купить, где эти изделия», а второй ссылкой «Все видео» на эту тему, которую вы можете посмотреть. И вот послушайте сейчас буквально пару минут, что это за микросфера, какой принцип работы этих изделий. Внутри каждого изделия находятся миллионы микроскопических шариков полых внутри. Они состоят из натриево-боросиликатного стекла с аморфным диоксидом кремния. Внимание! Аналогов этим изделиям нет, можете не искать. Все, что возможно найти, там покрыто либо силиконовым покрытием, чтобы они не магнитились друг к другу, либо из быстро разрушающихся иных материалов. Эти же изделия практически вечны, срок их службы не ограничен, если только вы не разорвете эти изделия и не высыпете данные микросферы. А принцип работы очень прост, по крайней мере то, что известно с точки зрения физики. Всем известно, что любой живой биологический организм, все теплокровные животные, в том числе человек, являются мощным источником теплового излучения тела. В процессе жизнедеятельности организм человека тоже излучает инфракрасные волны, ну или просто говоря, тепло, о чем свидетельствует температура тела. Все это мы с вами прекрасно понимаем. Так вот, микросферы отражают эти волны, это тепло человека, в него же отражают. Таким образом, полезное инфракрасное излучение возвращается обратно в организм в неизменном виде. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом, только источником служит не какой-то электрический прибор с его электромагнитным излучением, который генерирует в том числе тепло, а свое собственное тело, которое с помощью наших изделий получает тепловую волну назад в неизменном виде. И это абсолютно безопасно и естественно, ну так как это наше собственное тепло. Так вот, за счет такого эффекта происходит повышение температуры подкожных слоев тела, где лежат эти изделия, на вашем теле. Будь то подушка, любая повязка, тапочки или нашлемник, или целая капсула, куда помещается человек целиком, поднимается на 1-2 градуса. Это местное подкожное повышение температуры и тканей, находящихся под кожей, вызывает местные термоизоляционные реакции, в результате чего увеличивается и улучшается циркуляция в тканях и сосудах крови, лимфы, происходит увеличение локального подкожного кровотока, венозного оттока, повышается проницаемость сосудов, что способствует удалению продуктов распада клеток, и, соответственно, клетки пораженных органов и тканей начинают восстанавливаться. Таким образом происходит регенерация тканей, восстанавливаются пораженные органы и ткани в целом. Есть здесь и другой эффект, который научно доказать пока не получается. По сути, это то, о чем говорил академик Горяев, ныне, к сожалению, покойный. Это волновой эффект. Это не только отражение теплового излучения нашего тела. Это и отражение той изначальной программы, матрицы, если хотите, голограммы, того образа, который есть в нас, заложенный от природы, от прародителей, образа здоровья. Ведь изначально в нас программа, она никуда не девается, естественно, направлено на здоровье, иначе вида человеческого просто бы не было. Если бы изначальная программа была на болезнь, установка. Так вот, каким-то образом запускается и эта программа. Но на что я хочу обратить внимание? Во всех последних видео я говорю постоянно. Явно, видимо, не у всех работает вот так, как рассказывают люди о себе. Эти технологии не на каждом человеке, но примерно у 50-60% людей это работает вот таким феноменальным, фантастическим образом, когда изумительные положительные результаты видны сразу или очень быстро. Кто-то не видит эти изменения. Есть такие люди. Об этом надо прямо и честно сказать. Я говорю, это не значит, что данные технологии на ком-то не работают. Они работают в любом случае. Просто человек до какой-то поры, а иногда, может быть, и вовсе не видит, не замечает, не ощущает внешне. Такое бывает. Любые медицинские препараты не на всех работают. Ни одни медики не дадут полные абсолютные гарантии по тем же, например, онкобольным. Кто-то дает гарантию стопроцентную? Конечно, нет, это бред. Но если вот такие фантастические результаты, а вы сейчас увидите и услышите еще интересные случаи. Так вот, даже если у одного из 100 человек, даже если человек имеет один шанс излечить серьезные болезни, вот так-то просто, не прикладывая серьезные, да и вообще никакие, по сути, усилия, это уже стоит того. А здесь результативность примерно 50-60%. Это предельно много. Естественно, разумно
И просто необходимо попробовать это на себе. Естественно, я и сам применяю технологии, ну, та же подушка у меня и другие изделия, и мои родственники, и видят родственники результат. Ладно, у меня нет болезней, по крайней мере, каких-то особых и явных. Но вот моя теща, например, просто спасается теми же подушками, у нее там больные колени. Боли проходят, начинает нормально ходить. Да, и всегда забываю, скажу здесь, вот, а то люди пишут. Я вот говорю в видео, например, в конце скажешь, почти половина пишет, а где купить? Еще раз, под этим видео будут ссылки. Первая из них, самая верхняя ссылка. Купить эти микросферы здесь. Ссылка, нажимаете мышкой, попадаете на страничку. Внимание, там три странички. То есть, вот позиции, внизу переход на вторую страничку. Это не все, не на одной страничке они. Их более 30 изделий разных. И проходите ниже-ниже, смотрите, еще одна страничка. Имейте в виду, три страницы с товарами. По одной ссылке. Ну что ж, продолжим. Ник такой пики-пики. Подушка очень хороша, ушла бессонница, головокружение при подъемах стало меньше, а менеджер по поводу корма ответил, но это, видимо, по кормам для кошек и собак, которые мы производим. Кстати, уникальные лечебные корма, от которых проходят болезни, которые не могли вылечить ветеринары, имейте в виду, у кого есть кошки и собаки, вы можете продлить им жизнь и сделать эту жизнь более качественный, энергичный. Кстати, огромное количество писем приходит по улучшению сна. Люди начинают высыпаться, у них прилив энергии и сил. И это просто сплошь и рядом. Вот послушайте на эту тему недавний видеоотзыв. Добрый день. Меня зовут Наталья Михайловна Лазарева. Я живу в Санкт-Петербурге, в самом центре города, рядом с Невским проспектом. И вот хочу вам сегодня поделиться своими впечатлениями от того, как я пользуюсь микросферами. Вот началось это, так сказать, вся эта история началась с приобретения вот этой замечательной подушки. Вот она такая большая, очень уютная. И я была очень довольна своей покупкой, так как испытываю, как все фактически горожане, большие проблемы со сном. Испытывала, так скажем, да. То есть, допустим, если я просыпалась ночью часа в 4, в 3 и уже фактически могла не заснуть до утра. Ну, я думаю, что эта тема очень близка, так сказать, многим людям, которые живут в больших городах, так как здесь мы испытываем большое влияние излучения, Wi-Fi, всевозможного такого, так сказать, негативного влияния на человека. И поэтому не только я в своем возрасте, а, в общем-то, мне уже 56 лет, да, но даже вот мои ученики, которые молодые ребята, девушки, они тоже все жалуются, что очень плохо спят. Вот. И я думаю, что вот действительно изделия из микросферы могли бы очень многим помочь. И очень многим ученикам я тоже советую приобретать эти изделия. И вот, вот эта подушка. Что я хочу сказать, что буквально месяца через два я заметила такой эффект, что у меня на глазу, вот у меня были такие две большие папилломы, они прям так висели здесь, и они у меня исчезли. Вот. Дальше хочу поделиться вот еще таким изделием. Это, конечно, вы все знаете, это универсальная повязка. Вот что я с ней делаю? Я фактически каждый вечер вот закрепляю себе, да, вот так вот, ну, ближе даже к области печени, чтобы у меня живот закрывало и печень. И сплю в этой повязке. И что у меня стало происходить? У меня раньше была такая ситуация, вот спазмированный кишечник, довольно неприятная вещь. И я ничем не могла, так сказать, избавиться, какие-то любые средства, какие бы я ни применяла, ничего не помогало. Вот. А теперь, вот, знаете, вот, наконец-то вот, у меня полный комфорт в этом плане. Так что вот, довольно серьезно, я считаю, результат для меня, по крайней мере. Вот у меня есть такие тапочки. Я каждый вечер, вот когда я ложусь, я вот их одеваю где-то на час, я лежу в них. Потом скидываю, но все равно ощущаю эффект. Лучший отдых такой, да, получается за ночь, лучшее восстановление. И, допустим, знаете, когда вот есть возможность дома между работами, у меня иногда есть только полчаса для того, чтобы отдохнуть. И я тут же, когда, допустим, если я дома оказываюсь, да, я одеваю на себя все, что у меня есть из микросфер, ложусь и бывает, что я буквально там отключаюсь на 15 минут, мне это уже достаточно, чтобы восстановить свои силы. Вот, благодаря вот этим замечательным изделиям. А также у меня есть вот такая замечательная маска для сна.
и пользуюсь, как я ей. То есть совершенно не обязательно одевать прямо на глаза. Я вот где-то вот так ее одеваю, вот и на подушке, вот все, и сплю, и очень хорошо засыпаю с этой маской. Посоветовала уже очень многим своим ученикам, своим дочерям. Они у меня тоже, вот у меня 4 дочери, они все пользуются микросферами. Все очень довольны, то есть им тоже помогает. Всем своим подругам подарила эти изделия. Еще у меня есть такая шапочка замечательная, или называется он шлем. То есть, когда, допустим, я испытываю головные боли, когда болит горло, вот так можно одеть, или так можно даже плотнее укутаться. Вот какое-то время можно находиться в них и лечиться. Идем далее. Милана пишет: «Сплю в шлеме и в очках. Хочу сказать, что результаты есть. Улучшился сон, который был нарушен на протяжении 3 лет. Сон был тревожный, поверхностный. Улучшилось зрение. Внимание, зрение улучшилось. Те, кто пишет, что изделия им не помогают, обратите внимание на питание. Одни микросферы вам не помогут. Нужно на все подходить комплексно». В этой связи я что хочу сказать? Конечно, огромное количество людей, которые нам писали отзывы и видео, отзывы, они ничего не меняли в своей жизни. И вот у части этих людей, ну то есть у всех тех, кто обратился к нам, изменения произошли, а порой феноменальные, только из-за применения этих изделий с микросферами. Но, дорогие друзья, совершенно права Милана, если вы бы меняли в своей жизни вот все то, что я рассказываю в своих видео многочисленных, питание, образ жизни, мышление, то тогда результативность была бы уже не 50-60%, а близкая к 100%. Потому что комплексный подход – это всегда лучше, правильнее, разумнее. На нас с вами очень много факторов сейчас действует, негативных. И чем больше мы их уберем, вредных факторов, из своей жизни, тем легче и быстрее будет любое восстановление. А каждый положительный фактор будет работать сильнее, чем если бы на вас действовали неубранные из своей жизни на вас вредные факторы. Но это же разумно. Прислушайтесь к этому мудрому совету. Идем далее. Маргарита Чмиль. «Благодарю вас, Юрий Андреевич. Благодаря вашим лекциям и продуктам интернет-магазина nadgard.ru я снизила ТТГ с 11,9 до 1,8 за полгода без гормонов. Ушла киста щитовидки. Благодаря вашим лекциям изменила питание. Оно теперь интервальное». Поясню, у меня было видео «Интервальное голодание» или «Интервальное питание». Посмотрите его. Но в этой связи обязательно, дорогие друзья, посмотрите еще видео «Инсулинорезистентность. Основы основ». Далее продолжает Маргарита. «Фукус Натив очень помог». Ой, я здесь хочу сразу вот тоже вставку, свою ремарку сделаю. На «Фукус, как купить», ссылку я оставлю, вот на этот именно. «В гелеобразной форме Натив. Сухие, бессмысленные. Не тратьте впустую деньги. Лучше вообще не тратьте ни на что. Видео главное о фокусе я тоже вам оставлю под этим видео. Посмотрите, кому будет интересно, кто еще не в теме». Продолжаю письмо. Маргарита пишет. «Минералы, травы, очищение организма, в том числе антипаразитарная программа. Вот это. Многие лекции прослушиваю, применяю в жизни знания. Низкий поклон. Какое резюме я хотел бы здесь подвести? Еще раз. Комплексный подход в лечении, выздоровлении организма – это и есть панацея. Нет панацеи в виде отдельно взятой пилюли. Иногда везет человеку. Но комплексный подход – это всегда правильно. Мои лекции дают основы знаний. Многие люди разумные их конспектируют, чтобы чего-то не забыть, чтобы воедино связать все эти знания и не забыть, а вспомнить, просмотрев конспект буквально за 5 минут. Это ведь не трата времени, это экономия времени». Добрый день. Меня зовут Галина. Мне 67 лет. И живу я в городе Волгодонске Ростовской области. Я хочу поделиться с вами своим мнением о продукции из микросфер. Я одеваю на себя ботиночки сразу же на ноги, одеваю шапочку, к горлу вот так привязываю повязку универсальную для глаз. И вы знаете, я не пью ни одной таблетки. Теперь в 2022 году я еду на операцию 2-го тазобедренного сустава и с собой уже беру свою любимую подушечку. Сделали мне операцию, я кладу на тазобедренный сустав эту подушечку и с ней лежу. На утро приходит на обход врач и говорит: «А что это у вас такое?» Я ему начинаю рассказывать, что это вот микросферы,
как они лечат, как они действуют, что они использовались вначале только, они были засекречены только в военной промышленности, а сейчас в перинатальных детских центрах, в ожоговых центрах пользуются этим. Врач посмеялся, говорит, ну-ну, и ушел. Через 2 дня я отказалась от обезболивающих. Хотя в палате женщины, которые лежали со мной, они кололи обезболивающие 3 раза в день. А я после 2 дней отказалась принимать обезболивающие уколы. Когда после первой операции я одевала все эти изделия на себя, у меня на теле была папиллома. Я хотела тоже ее удалять. Проходит время, месяца, наверное, 3. И вдруг однажды я вижу, что моя папиллома высохла и просто-напросто отвалилась. Теперь я пользуюсь этими изделиями постоянно. Вот эта подушечка, я без нее никуда. Даже если я куда-то уезжаю надолго из дома, я беру ее с собой. Во-первых, почему еще я пользуюсь этой подушечкой и чем она мне нравится? Вот покушала я, и тяжесть у меня. Я беру, ложусь смотреть телевизор, прикладываю ее вот так во всю длину. Проходит где-то 30 минут, у меня вообще перестает чувствоваться тяжесть во мне. Идет быстрее расщепление продуктов. В эти ботиночки, вот в один из ботиночков, я на ночь ставлю графин с водой. Вода становится на утро совершенно другого вкуса. В общем, я стала верить в эти микросферы. Пишет Clear F. Я за год использования микросферами привыкла к ним. Результаты были у всех членов семьи. Вот, пожалуйста, у кого-то нет, да. А у кого-то есть результат. Вот, пишет человек. У всех членов семьи. У кого-то сразу вот. У кого-то спустя 6 месяцев, внимание, полгода спустя. У мамы, 81 год ей, почти прошли постоянные головные боли. Вот, кстати, очень многие люди на это указывают, огромное количество людей. Я вот для этих целей рекомендую подушку и обязательно шлем, вот эту шапку. Пишет Клер Ф. дальше. Я без подушки с микросферами спать не могу. Моя ранее любимая подушка уже кажется неудобной. Нужно пользоваться изделиями постоянно. Спасибо за хорошую, эффективную продукцию. Пожалуйста, что здесь я хочу подчеркнуть, дорогие друзья? Регулярность использования. Вот вы попользовались неделю, вроде нет результатов. Не надо убирать эти изделия и не пользоваться ими. Смысл тогда какой? Пользуйтесь постоянно. Да, у кого-то сразу результат. На следующий день. Есть такие люди. Много. А у кого-то вот через полгода. Но представьте, пользуется человек месяц, другой вроде нет результата. Он и плюнет, считает, нету никаких и не будет результатов. А он есть. Вот, пожалуйста, пример. Живой пример. Далее. Клавдия Федотова. Юрий Андреевич, благодарю вас от всей души за знания, которыми вы щедро делитесь, и за ваши продукты, и возможность купить вкусные и полезные продукты. У нас же много всего. Для меня важно понять интеллектуально, почему, как, зачем и сколько. Вы все объясняете предельно просто, ясно и разумно. Пропила антипаразитарную программу, которую вы рекомендуете. Вот эту. Сказать, что я в восторге от ее эффекта, ничего не сказать. Я чистилась, ну, раньше, постоянно. Покупала и медпрепараты, и БАДы разных фирм. Но такого результата, как от приема вашей программы, я не получала никогда. Дальше взяла программу очистки мужу, а себе на 4 месяца программу восстановления печени. Вот эта программа. По восстановлению, регенерации клеток печени. Даже гепатит можно вылечить. Далее. И опять один восторг от ее эффективности. Теперь и муж ее пьет. И дочкам, и внучкам посоветовала эти программы. Отправила программу дочке в Израиль. Они тоже пропили и тоже довольны результатом. С близкими делишься всем самым лучшим. Спасибо вам за ваш труд и низкий поклон от нашей семьи. Благодарю вас за этот отзыв и за добрые слова. Очень рад за то, что вы имеете такие результаты. Рад я также и за то, что люди имеют возможность услышать про это. Кто-то поймет, поверит, проверит, получит эти же результаты. И это будет очень хорошо. Ведь так мало, на самом деле, очень мало действенных препаратов, программ, методик лечения. Очень мало. Очень много мошенников и негодяев в этой теме, к сожалению. Поэтому и вера людей низка. Вот поэтому я хочу сказать, а вы не верите, вы думаете, умеете хоть разбираться, во-первых, в людях, в информации, в том, что говорят люди, как она доносится. Как логически, главное, поясняется,
Вот эти причинно-следственные связи, ну все же должно быть ясно. Все же так просто, все так очевидно. Ну и последний отзыв, он не напрямую о микросферах, но вот послушайте. Светлана Мишина пишет: Юрий Андреевич, еще раз благодарю за повторы видео, а я в последнее время некоторые старые, опубликованные год, 2-3 назад видео перезаписываю. И не просто так, вот что пишет Светлана. Удивительное для себя отметила. Пересмотрела ролик и поняла, что в первый раз после просмотра я взяла только 60% информации, так как сейчас во второй раз услышала много нового для себя. А ведь не все будут возвращаться к прошлым видео, хотя я практикую пересматривать по несколько раз, именно потому что всегда услышишь то, что раньше промелькнуло мимо. Большое спасибо. Здесь еще один вывод. Мои видео очень насыщены информацией. Кто-то считает, что перенасыщены, но это не так. Ведь это жизненно важная информация. И потому пересматривайте мои старые видео, не ленитесь. Жаль, что это в основном делают те люди, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. И вот они-то смотрят. Есть люди, которые по 8 часов в день смотрят мои видео, конспектируют, но эти люди решают свои проблемы со здоровьем гораздо быстрее и эффективнее. Поверьте, это так. У меня много видео на канале, но они очень важны. Все. Иначе бы я их не делал. Не терял бы очень дорогое свое время на это. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте natgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.